Вступили в силу поправки в воздушный кодекс, который дает право авиакомпаниям брать деньги за перевоз багажа в рамках невозвратных тарифов. Ранее человек, приобретая невозвратный билет, получал право провоза в грузовом отсеке самолета багажа весом до 10 килограмм включительно. Теперь у авиакомпании есть право вводить полностью безбагажные тарифы. Вводится новый юридический термин – бесплатная ручная кладь. Ее вес не должен превышать 5 килограммов. Первыми новыми правилами воспользовалась авиакомпания «Победа», поменяв требования к провозу ручной клади.